Подмосковье. Поучаствовать в программе обеспечения жильем молодых семей теперь можно онлайн. На портале госуслуг появилась комплексная услуга «Молодая семья». Подать заявление на нее можно в любое время, без посещения МФЦ или администрации округа. Для участия необходимо выбрать на портале услугу «Обеспечение жильем молодых семей», указать городской округ, выбрать цель обращения и дать согласие на обработку персональных данных. Перед подачей необходимо ознакомиться с требованиями к семьям, перечнем обязательных документов и возможными причинами отказа. Услуга предоставляется бесплатно.